Ремонта всей бронетанковой техники. Однако, повторяю, вопрос гораздо шире стоит. Пришло время нам самим взять дело обороны в свои руки. Харьковчане сегодня вышли с лозунгом «Защитим родной город». Потому что ситуация на войне, мы видим, она напряженная, усложняется с каждым днем. И мы хотим услышать от власти, как вместе общество и харьковчане могут защитить Харьков. Мы хотим услышать от власти, что она планирует делать. Конкретно только. Не надо нас успокаивать и говорить без паники, все нормально. Мы это слышим очень долго, но сегодня от севера Луганска до Мариуполя фронт прорван. И мы видим, что мы в 40 километрах от России, при фронтовой зоне. Как готовы бомбоубежища, готовы ли нам предоставлять там стрелковое оружие, полигоны, каким образом власть видит партизанское движение, если это понадобится, каким образом медицинская служба работает. Мы хотим услышать ответы на все эти вопросы. У нас есть масса идей. И вооружить людей, и копать окопы, и мобилизационную кампанию проводить, в том числе и медицинскую, и женщины должны знать, что делать, и мужчины должны знать в случае вторжения. Мы не хотим получить здесь Луганск. Кроме того, мы сегодня вышли, у нас там должен быть плакат о том, что мы создаем, даешь бронетанковый комитет, потому что мы знаем, что есть техника на заводах у нас, на Малышево, на бронетанковом заводе, ее можно в ближайшее время пустить на фронт. Потому что, например, я точно занимался как журналист заводом имени Малышева, и директор подтвердил, что на бронетанковом заводе находится 500 танков, из них 200 на ходу, которые через 2-3 недели могут быть на фронте. Мы вымагаем озброить нашу армию належным чином. Есть такая информация, что в Харькове на складах очень много зброї. Значить, танки є, є озброєння, але воно не надається воякам нашим, які нас захищають, учасникам АТО. У мене дитина 5-й місяць в АТО, Луганська область, 800 метрів від границі російської, яка не захищена нашими пограничниками. Діти брошені, розчаровані. Навіть произнес син слова: «Мама, нас предали». У них по 2-3 дня нет воды. С речки они варят чай. И то, я говорю: сынок, ну люди выживают, на траве чай варить. Пока я могла, я с мужем ездила, возили мы еду сами. Это был Рубежная, Кременная, Голубивка, Макей, ну, не помню, Сватово, Старобельск. Сейчас они в такой точке, что мы не можем туда подъехать. Волонтеры ездят, Изюм, ну понятно, поближе. Вот мне просто хочется, чтобы как-то... Ну, я не знаю, добиться того, чтобы хоть чем-то им помочь. Вот сейчас 2 мальчика в госпитале с нашей роты и непосредственно будут ехать. Я просто хочу, чтобы мне кто-то помог из волонтеров собрать эту помощь и ребятами передать. По поводу фортификационных сооружений. Да, действительно, мы этим занимаемся. Сейчас у нас, кстати, находится и военком. Мы определяем полную рекогностировку, которая идет от границы, от самой Гоптовки и до самого Харькова. Но место их расположения, говорить сейчас здесь, ну это, я считаю, мягко говоря, это помочь нашим, так сказать, соседям быстрее с нами разобраться и прийти сюда с той же самой скоростью, чтобы мы их строили или не строили. Поэтому каждое это сооружение должно быть приятной неожиданностью для противника, правда? По оборонным предприятиям. Если то, что я слышал вчера относительно наличия в Харькове громадного количества техники, которая почему-то не выдается, то могу сказать следующим образом, что я не знаю, кто вам дал такой комментарий о том, что в городе Харькове находятся танки, которые прямо заправляя бензином, меняя аккумулятор, они готовы ехать
и защищать нашу родину. Нет, речь это идет не о том, так. Что их можно отремонтировать. Конечно, можно. А кто это будет делать? Нету в Харькове специалистов. Нет, есть специалисты в Харькове, которые профессионально занимаются этим и занимаются этим уже в три смены. Те танки, которые находятся в Харькове, это танки 3-4 категории. Это танки, которые требуют профессионального ремонта, как двигателя, так и трансмиссии. Поэтому говорить о том, что сейчас можно эти танки заправить туда дизельное топливо, поменять аккумулятор, им надо ехать, и почему этого не делается, это неправильно. Другое дело, у нас есть много проблем с передвижным составом нашим, с автотранспортом, в наших бригадах, которые требуют ремонта, которые сейчас вышли из зоны АТО, и у нас есть действительно проблема с их ремонтом. И тут как раз общественность и наши предприниматели харьковские, которые имеют станции технического обслуживания, которые обслуживают грузовые автомобили, конечно, могут нам помочь. И эта помощь нам необходима сейчас. Вот это вот случилось, скажем так, вот выход техники большой, последние 3-4 дня ремонта, который требует. Сейчас продолжает поступать техника из зоны АТО, которая необходима капитальный ремонт. Более того, хочу сказать, что нашему КБ Морозова сейчас площади не хватает. Для того, чтобы за счет завода Малышева мы собираемся вместе с Укроборонпромом эту тему обсуждали. Мы собираемся несколько расширить часть цеха, который был рядом возле КБ Морозова, передать именно от завода Малышева им, потому что некоторые работы даже ведутся на улице. Отвечаю на ваш вопрос по партизанским соединениям или диверсионным группам на случай проникновения, захвата территории врагом. Эта работа, естественно, ведется, но если вы хотите, мы не можем обсуждать здесь с вами, это раз. Второе. Вы понимаете, вы затрагиваете такую тему, что эти люди, которые должны будут заниматься этой работой, они должны быть известны всем. Это уже совсем другая... Вы понимаете, каждый должен выполнять свою функцию. Относительно, если вы говорите о диверсионных группах. Поэтому, ну, будет мало сказать, это будет юмореско, если сейчас мы будем обсуждать и запишем на площади 50 человек, которые будут явно выявлены, более того, поставят себя, жизни своих родственников под удар сепаратистов, которых просто легко выявить в этой ситуации. Понимаете? Ну, это безграмотно. Давайте мы не будем на эту тему говорить.